46-летний рок-музыкант Сергей Шнуров отозвался на резонансное заявление 68-летнего Дмитрия Смирнова, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Фронтмен группировки «Ленинград» указал священнослужителю, что жен бесплатных не бывает. Эпатажный поэт, композитор и исполнитель считает себя знатоком женщин. Первая супруга, Мария Исмагилова, в 1993 году родила ему дочь Серафиму. А вторая жена, Светлана Костицейна, в 2000 году сына Аполлона. В 8-летнем союзе с Матильдой, Елена Мозговая, у Сергея не было детей. Сейчас он живет с четвертой супругой, Ольгой Абрамовой. Шнуров балует 28-летнюю избранницу, дарит дорогие украшения, часто ездит с ней на курорты. Слова Дмитрия Смирнова задели автора хита «Экспонат». Он со знанием дела в стихотворной форме объяснил главе Патриаршей комиссии по делам семьи о том, какие расходы требуются для жены. «Ты мошну свою побрей. Может, раз хоть в веки кое. Знал бы ты, протоиерей, сколько содержания стоит двух прекрасных женских ножек. Ну а пилинги – укладка. Каждый день уход за кожей, что все было нежно, гладко. Плюс, подарки, цацки, шмотки и отели у морей», – написал Шнуров. Музыкант с использованием нецензурных выражений призвал протоиерея лучше выпить водки, чем говорить о женщинах. «Жен бесплатных не бывает», – заверил Сергей. Дмитрий Смирнов сегодня заявил о том, что российские женщины не понимают, что такое брак. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще 7 церквей в Москве и Московской области отметил, что гражданским женам неохота признавать себя бесплатными проститутками.